Если хочешь о важном, давай о важном. Хотя это понятие так двояко. Одиночество вовсе не так уж страшно. Страшно в 21 умереть от рака. Страшно ночью не спать от грызущей боли, что вползает под кожу и ест с корнями. А ты роешь могилу от слов. Уволен или лучше остаться с тобой, друзьями, говоришь, как пугающие предпосылки неизбежности рока, судьбы удела. Страшен выбор идти собирать бутылки. Или сразу идти на торговлю телом, говоришь, нет квартиры в многоэтажке, платежи коммунальную шею тушат. А когда-то хватало малины в чашке, я ладушку бабушкиных на ужин. Говоришь, что вокруг дураки и драмы, что в кошмарах тупые пустые лица. Страшно в 9 ребенку лишиться мамы. Страшно маме ребенку не дать родиться. Страшно видеть, как мир себе носит злобу, как друзья обменялись ножами в спину. Если хочешь о важном, давай о добром. Как быть добрым хотя бы наполовину? Как найти себе силу остаться честным, ощутить себе волю, очистить душу? Правда хочешь о важном? Садись, чудесно. Это важно, что ты еще хочешь слушать.